Они тщательно готовились к преступлению, специально устроились в компанию, чтобы знать не только расположение офисов, но и отключить камеры видеонаблюдения. Изготовили дубликаты ключей и принесли мешки для ворованных мобильных телефонов, но грандиозный план дал трещину. Аферу с хищением денег с банковских счетов и кражей гаджетов провернули двое новосибирцев. Соучастникам 25 и 29 лет, используя служебный компьютер, они занимались фиктивными переводами средств и разорили родное предприятие на 3 миллиона рублей. Но этого показалось мало. Один из подельников нанялся в центральный офис продаж фирмы, чтобы шпионить за поставками товара. Один из соучастников досконально изучил обстановку в офисе, расположение видеокамер и механизмов работы охранной сигнализации с целью отключения ее охранных функций. Также фигуранты подготовили дубликаты ключей от офиса и мешки для похищенных мобильных телефонов, аксессуаров и денежных средств. Участник преступной группы, который трудоустроился в офис обслуживания и продаж, извлек из видеорегистратора жесткий диск, чтобы привести в нерабочее состояние систему видеонаблюдения. Подельники похитили 165 смартфонов и наличку, которая была в кассе. Товар продали, деньги поделили. Оперативники уголовного розыска взяли всю группу в прошлом году. Общий ущерб по делу превысил 5 миллионов рублей. Сейчас фигуранты ждут суда.